Вот на сайте N4K.ru вышла такая статья. Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца. Ну, здесь говорится так, что наследник актерской династии дал откровенное интервью на Ютубе Ксении Собчак. В беседе он откровенно рассказал о своем состоянии после сообщения об аварии с участием отца. По словам его, он не мог понять, что произошло после первых публикаций в СМИ о ДТП. На него обрушилось большое количество звонков с просьбой дать комментарий. На самый шокирующий для него стало видеть видео самой аварии. Мне было больно, сразу позвонил терапевту, он мне очень помог. Сразу позвонил всем своим друзьям, доверенному кругу. Ко мне приехал друг побыть со мной. Мне в данной ситуации оказали помощь, за что я благодарен. Ладно. Дальше. Он говорит, что понимал, что ничем не сможет помочь непосредственно на месте ДТП. Боялся еще больше навредить отцу, так как сам находился в сильных чувствах. Далее Ксения Собчак поинтересовалась, почему ее собеседник не отговорил отца от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который во время суда вел себя не самым профессиональным образом. Никита признался, что тот ему сразу не понравился, но его мнение никто не спрашивал. Аварию артист считает большим жизненным уроком для отца. Он допускает, что и сам мог бы оказаться в такой ситуации, так как некогда злоупотреблял спиртным. Ранее эпатажный шоумен Никита Жилгурда сообщил, что супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова не оказала защитникам артиста необходимой помощи, получила все деньги мужа и теперь намерена развестись с ним, так как является очень ревнивой. Артист отметил, что боролся за Ефремова до последнего, однако в результате Софья его игнорирует. Жигурда заявил, что хорошо знает Кругликову, которая является очень ревнивой и не будет прощать измену с коллегой по сцене Дарьей Белоусовой. Вообще интересные вы, ребята, писатели статеек. Я вообще поражаюсь вашему профессионализму. Вообще, кто набрал таких людей, которые пишут такие статьи?